Всех привет! Йордан Стайку по имени отчества Николаев. Да, Йордан Николаев. Видел там, что сделал ошибку. Ну, конечно, это когда сказал миллион в месяц, не было так. Но это все знают вокруг, что происходит. 5000 на день. То, что было нормально заплачивать. Те, которые помогали Буду с его сексуальностью. Продолжаем. Вот, ну, Гинка, почему хотела сделать я все это? Ну, отправить меня, чтобы меня убивали на фронте, пусть, или закончить со мной, как United Nation Йордан Николаев, и пусть тогда властвуют те самые над то и новое творение мировое сообщество или световная общность, World Community, так как видели. Это будет или сразу nuclear war, ядерная война, или потихоньку Пасхальные острова. Конечно, видите вы, это могла она так закончить 5 миллиардов человеческих жизней, только чтобы спрятала все, что засрала своя жизнь. Как от первого лица, как обычный человек, что хотела меня, чтобы убила отца, меня хотела сделать все то, что сделала своих детей, меня, там, другая дочь у меня, у нее украла, меня украла отца, засрала все. Все время с той коррупцией, все время с те, как это называется, когда у тебя есть муж и тебе трахают другие мужчины. Мне все. От все 9 измерений показали все, что. Когда объяснил для Японии, имею в виду те японские компании, которые еще нас поддерживают. Вот политика Японии, видно, что там еще как-то против нас, и там с Зеленским. Ну, может быть, они не имеют еще та возможность, чтобы напрямую поддерживали нас. Ну, вот, там сказано все для. Да, девочка, ну, у меня, конечно, что-то нравится, и, конечно, что же я ж. И тогда, когда был ее аватар, показал, что, ну, были проблемы, ну, вот, можем преодолеть. Спасибо, конечно, человека Вагнер, и Чарлиз, и Африка, и... Ну, еще две Ч. Хочу выучить произносить это имя правильно. Ну вот, это новые вещи, и меня и так и не нравится менять их. Все время военкомат был сейчас, не знаю, украинский или какой, то, чтобы немножко виртуальным сексом занимались. Ну, если, я же не знаю, потому что я не хочу помогать те, которые не надо. А вот это то, и что означает, может быть, на самом деле, я не знаю. Не знаю. Ну вот. Думаю, все сказано. Задумайтесь вы, что мог бы, что хотела она сделать, на что была готова и как ее надо судить. Позволили ли вы это? Если смотрите из частного общества, позволили ли бы вы это, как обычные людей, сделать? Ядерный конфликт и 5 миллиардов человек закончат жизнь. И потом объяснят, что мы спартанский тренинг делали. А вот, а там что-то получилось. Ну вот, извините. А должны ли тогда позволить это из первого лица? Да, то материальный аспект, где тоже находимся.